Плевать я хотел на этого жирного извращенца в дешевом костюме. Баунс! Когда была последняя война? Вторая мировая. Нет. 20 лет назад. А о Вьетнаме ты слышал? А о буре в пустыне? Пожалуйста, не увольняйте меня, Квин. Я буду работать как сумасшедший. Отпусти мою ногу. У вас будет стильная стрижка и универсальная. Подойдет и для дискотеки, и для строевых учений. Вы мне снимите только по бокам, но не все. Большую часть оставьте. Это же ради нашего магазина ты будешь главным партнером. Да! Все так же, как на учениях, только это настоящие гранаты. Выдергиваете чеку и бросаете. Поднимай свою задницу. Исполнять. Быстрее! Подъем! Люблю вас. Есть добровольцы? В последующие 8 недель я не отпущу от себя твою задницу ни на шаг. Сержант-инструктор. Шланг должны держать обязательно 2 человека. Выключи! Выключи! Очистка воды одна из наиболее жизненно важных операций в армии. Мне придется убить твоего дружка. Привет. Бонс Конвей. Куда делось солнце? Назад. Солнца больше нет, Бонс. Мы умерли и попали в ад. Это война в пустыне. И мы туда едем. Пошли. Я не могу, старик. Я не могу. Все как в детстве. У меня было ужасное детство. Нет, я не могу. Мы с Бонсом очень близкие друзья. Очень. Да, черт бы побрал этих новичков. Какие-то маньяки стреляют в нас. Это не маньяки, а враг. Что ты делаешь? Сдаюсь. Все как тогда, когда нас арестовали в Тихуане. Да, если не считать, что мы в Ливии, и твой отец не вытащит нас отсюда. 14 секунд. Черт. Не ешьте курицу. Она на вкус как лягушка. Красиво. Фред, а ты проверил, в твоем мешке нет скорпионов? Скорпионов? Нашел! Нашел! Чат — это мировая столица скорпионов. Кто за это отвечает? Он! У меня на спине скорпион. Босс, пригнись! Ложись! Ложите ситуацию. Заткнись. Я плохо понимаю инструкции. Сейчас неподходящее время говорить, но меня быстро укачивает. Все в порядке. Ты замечательный верблюд. Простите, но я не понимаю. Что-то не так с нами и с грузовиками. Мы угоняем их, ломаем, разбиваем. У нас кончается бензин. Я не понимаю. Никому не двигаться. Нет. Спасибо, что не пошевелился, Джек. Мы шли не по солнцу. Хватит. Никакого скорпиона там нет. Стервятники появляются только тогда, когда чуют мертвецов. Дорога идет вот так. Мы срежем через пустыню здесь и выйдем на конвой вон там. Это грузовик, там дорога, мы спасены. Какое совпадение, он похож на наш грузовик. Это правда, что армии надо отдать всю свою жизнь без остатка? Нет, это не наш случай. Мы в запасе. Это безумие, старик. Нет, это гениально. Только 2 недели в год, старик. 1 уикенд в месяц.